зверостишее, может распадаться на два. Это нормально. Да? И это понятно. Итак, мы можем писать двустишие. Помните, строфа – это тоже постоянная константа. Ну, собственно, константа и есть постоянная. Строфа – это константа. Точно так же, как повторяются в стихе слоги, силлабики, стопы, силлабы-тоники, такты в тонике, целые стихи в верлибре. Точно так же мы повторяем и строфы. Как мы можем пойти дальше? Ну, одностишие мы уже помним. Это до некоторой степени отдельное произведение, правда? Давайте пойдем еще дальше. Двустишие. Поняли? Как быть с трехстишиями? Трехстишие. Как их можно зарифмовать? Давайте подумаем. Все в одну рифму. Можно все в одну рифму, да? То есть, ну, условно говоря, вот так. Так, хорошо. Еще как можно? Можно произвести. Можно аба. Как? Аба. Ага, можно вот так, допустим. Можно Б. Вопрос, тогда где будет Б? Где? Б, А, А. Нет, и где угодно. А, третий. Не третий. Второй. Она пойдет дальше. В следующее четверостишие. И следующее будет выглядеть так. Правда? Да. А следующее? С, Д, С. И так далее. И вот тогда перед нами терцины. Вот это слово тоже советую запомнить. Терцина. Терцина. Терция. Это какой музыкальный интервал? Три ноты. Ну, не просто три ноты, да, но через три интервала, да? Конечно. Пускай, да. Да, конечно. Терцина – это строфа из трех строчек, но при этом строфа не простая, а связанная друг с другом. В свое время великий поэт Данте написал огромную поэму. Он назвал ее «Божественная комедия». «Божественная комедия». Может быть, кто-то из вас какие-то отрывки из нее читал. А может, даже целиком. Данте жил в 13 веке. Давно дело было? Давно. Давно. Но его помним мы до сих пор. Замысел Гоголя был подобен замыслу Данте. Он задумал тоже написать «Мертвые души», как бы по образцу божественной комедии. В те времена, когда Данте Алигьери писал комедию свою, слово «комедия» не означало чего-то смешного. Это просто некое представление. Но заметьте, оно божественное. Это как? Очень хорошее. Очень хорошее. Ну, согласен, что оно хорошее, но не поэтому Данте назвал. Он, конечно, себя любил, но не настолько. Так, еще. Может, потому, кто в ней участвует? Потому, кто в ней участвует. Близко, да. Или кто ей управляет? Данте решил описать не больше, не меньше, как загробный мир. И загробный мир по католическим представлениям делится на три части. Это, конечно, ад. Это чистилище и рай. И вот три части его поэмы – это ад, чистилище и рай. Герой представляет, как он шествует сам по аду, по раю, по чистилищу. Давайте разберемся, чтобы у нас не было сложностей. Ну, что такое ад, понятно. Кто туда попадает? Грешники. Так, грешники. Еще кто? Те, кто что-то
Ну, это тоже грешно, согласись. Те, кто кто-то плохое сделал. Да. Кому не простили его грехов, они попадают в ад. Так, еще. Да, он дожил, помнится, в средние века. Это самое-самое начало Возрождения. Ведьмы, они за грешницы? Ведьмы, конечно. Туда же. Так, еще. Как? Самоубийцы, конечно, туда же. Так, еще. Вы забыли одних, одну простую категорию. Вы забыли людей другой веры, совершенно верно. И на верцев, и на славных, как бы, да. И вы забыли некрещенных. То есть тех, кто родился, скажем, до рождения Христа, они тоже в аду под Данте. Да и не только под Данте. И, ну, конечно, нельзя забывать еще некрещенных младенцев, которых просто не успели окрестить. Они тоже в аду. Они, правда, в самом первом, легоньком круге ада. А кругов всего семь. О, кругов всего больше. Девять. Почему девять? Так, Данте пишет все терцинами. Думай, почему кругов ада девять? Почему сфер рая 9? Под терцинами его писать? Ну, конечно, не чтобы... Всех грехов? У него все делится на 3. Понятно, что речь? 3. Смотрите, три больших песни. В каждой песне очень много стихов. Как правило, это число тоже делится на 3. Но, кстати говоря, терцинами трудно написать так, чтобы делилось на 3. Нужно что еще? В конце нужна какая-то рифма. Завершающая строчка. Следующая. Ну, например, да, можно дальше продолжать. Ну, просто вот в моем примере, да, С будет с С рифмоваться, да? Она будет отделена. Но тем не менее. В каждой песне, песни Данте, в каждой поэме его, в каждой части 33 главы, 33 песни. А что так много? Так, там 33, тут 33, еще 33, получилось всего сколько? 99. Там разное количество строк, но всегда это некие терцины. Терцины. То есть он действительно любит, чтобы все делилось на 3. Почему 9 сфер в аду? Поняли? 7 смертных грехов, еще ведьма и еще кого-нибудь. Ну, по 7 смертным грехам это не так важно на самом деле. Там некие смертные грешники падают в один круг, да? Но в каждом круге ада какому-то грешнику удостоено свое место. Да? И давайте подумаем, кстати, кто в последнем круге ада располагается? В самом нижнем. В самом нижнем. Там, где страшно. Ну, страшно там везде, понятно, да? Ведьмы нет. Не крещеные, вверху. Убийцы? Убийцы нет. А может быть. Если в самом низу, значит, получается некий самый страшный грех. Самоубийцы. Нет. Они в шестом круге. А в седьмом что? Пятый, например, любострастники. Блудодеи. Кто в самом низу? А мальчик? Обманщики тоже ближе. Обманщики где? Но они не там. А те, кто? Они тоже выше. Седьмом или восьмом? Подсказка. В самом низу находится Иуда. Предатель? Там находятся предатели. То есть те, кто перешли над Дебелем, там? Не обязательно от веры, правда? Иуда, как ты помнишь, не переходил ни от какой веры. Он просто предал своего учителя. Итак, это, оказывается, самый страшный грех. Предательство.
и там находятся во льду вмерзшие. У Данте там не везде огонь. Мы привыкли в аду огонь, страх. Там есть огненные щели, еще что-нибудь. Но в самом низу ада расположен вечный лед, в который вмерзли предатели. Страшно. И там, конечно, есть и сам Люцифер, то есть дьявол. Почему там сам дьявол сидит? Потому что он предал. Потому что он когда-то тоже предал Бога, да? Поэтому он предатель. А разве в аду не самый главный? Нет. Вот как ни странно, у Данте нет. Он там тоже сидит вместе с ними. Он, конечно, заправляет всем этим делом. Но дьявол у Данте, как и вообще в нормальной христианской вере, это сила неравная Богу. Мы немножечко с вами привыкли, что дьявол и Бог — это какие-то равноправные силы. Как по-вашему? Бог и дьявол. Добро и зло, что мы не знаем. Насколько это равноправие? Нет, где не равноправие? Добро всегда побеждает, а значит, добро всегда сильнее. То есть как бы добро всегда сильнее. Да. Ну, тем не менее, у тебя получается, что они борются. Они борются. Но все равно Бог сильнее, чем я. На самом деле все очень просто. Давным-давно церковью осуждено, как ересь. Когда вы говорите, что добро и зло равноправны, когда Бог и дьявол просто равноправные борются друг с другом, я вас уверяю, это еще 17 веков назад осуждено на соборе. Это называлось манихейство. Манихейство. Конечно, на самом деле не так. На самом деле все и проще, и сложнее. Сейчас я скажу странную вещь. Зла нет. Есть отсутствие добра, что ли? Именно. Зло – это некоторый недостаток добра. А злые люди при этом есть? Есть, конечно. Есть, но в них не хватает добра. Правда? Да. Так, и сам сатана, получается, это кто? Кто-то, у кого добра нет вообще. Так кто-то, в чем добра тоже не хватило. Добро в нем заменили другие качества. Какие? Тщеславие, гордость, жадность. Да? Жадность. Зависть. И так далее. Зависть, согласен. Получается, фантастическая история. Средневековые люди и вообще христианское учение, если вы его прочтете внимательно, оно действительно говорит о том, что добро есть, а зла нет. Поэтому нет злых людей по-настоящему. Есть только люди, которым как бы немножечко не хватило добра. Понятно, о чем речь? Да. И Данте, как христианин, пишет примерно об этом. У Данте Алигьери была возлюбленная. Ее звали Беатрича. Видите, не итальянская. Мы бы сейчас сказали, что она, скажем, Беатрикс, или что-то Беа, во что-то преобразуется, ну-ка. Беа. Да. Так, по-французски как? Красивый. Бель или Бо. Там не важно, как это пишется, да? Ну, на самом деле так. Вот. Но Беатричи, то есть некая красивая девушка. Он ее любил. Он ждал ее. Дальше самому герою пришлось удалиться в изгнание. И
надо сказать, там-то он и задумал свою божественную комедию. Как некий, сейчас бы мы сказали, клеветнический акт. Почему пришлось? Дело долгое, сейчас рассказывать не буду, да? Но, поверьте, пришлось. И вся божественная комедия для современников это не просто история о том, как герой побывал в аду. Это история, как герой побывал в аду и увидел там своих современников и своих в прошлом друзей и врагов. Он их туда тоже на всякий случай в ад запихнул. Он даже учителя своего не пожалел и тоже поместил его в ад. То есть для современников божественная комедия – это что-то вроде вообще газеты новой. Для нас сейчас с вами какая-то некая глубокая история, которую человек описывает, как он, дескать, сам, а повествование от первого лица, да? Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу, утратив здравый свет во тьме долины. Чувствуется торцин в самом начале. Каков он был, о как произнесу. Пошла торцина дальше, да? Да. Там-то было важно именно это. Ему было важно сначала действительно заклеймить своих соперников. Дальше он немножко оттаял. Помните, у православных мир загробный разделен все-таки на два. Это ад и рай. У католиков это ад, чистилище, куда души попадают после смерти. Да? Да, чтобы очиститься, пройти смертные муки какие-то еще раз и попасть либо в ад, либо в рай. У Данте, конечно, три части. У него напоминают торцины. И вот тогда в чистилище он мечтающий встретить кого-то. Дальше он попадает в рай. Где его встречает не больше, не меньше, как сама его возлюбленная. Это уже, конечно, условный поэтический образ. Она не умирала для его суверена. Она прекрасно вышла замуж. Детей родила. Но Данте ее видел как образ вот вечной женщины, вечной женственности. Он ее даже сравнивает с Богоматерью, с Мадонной. Он ее встретит только в раю, и она будет проводницей ему по раю. А теперь вопрос на засыпку. Трудно. Как вы думаете, кто ему будет проводником по аду? Учитель. Его учитель? Лично? Думаю, что нет. Нет. Брунетто Латини там тоже где-то вот в аду. А может быть, у вас самый худший враг? Худший враг будет проводником по аду. Ну, вы что? Лучший друг. Лучший друг? Ну, нет. Это все-таки человек реальный, который умер уже к этому времени, но который почему-то вынужден находиться в аду. Ну, я вас уверяю, это поэт, которого вы знаете. Гёте нет, ну что? Гёте это гораздо позже, да? Может, он сам и есть, сам себе проводник. Вот сам себе проводник нет. Все-таки до такого он не доходил. Раздвоения там нет. Это вам не Гоголь, да? Так, еще. Это некий его учитель в прошлом, которого христианские поэты, надо сказать, и все средневековье очень даже чтило. Еще одна подсказка. Это человек, который написал об Энее.
Это не Катул, конечно. Катул – это лирические стихи, помните, да? А вот этого человека весь Рим на руках был готов носить. Цезарь, что ли? Почти, только Цезарь не писал стихов. Цезарь писал прозаические записки, записки о Гальской войне. Хочешь почитай? Но скучно. Этот человек написал поэму, которая как бы оправдывала существование римлян. Как Гомер в свое время написал Илиаду и Одиссею, так Публий Вергилий Марон. Вергилий написал в свое время Энне и Ду. Это в каком-то смысле история, продолжающая или римляне совершенно справедливо считали, что народ, который не имеет своей собственной героической поэмы, это не народ. А так, чушь какая-то. Как греки имели свои героические поэмы. А взятие Леона, помните, Илиаду, о странствиях Одиссея, помните Одиссею, так Вергилий в первом веке до нашей эры. Это все те же времена Августа, а не современники с Катулом, да? Он немножко моложе Горация, знаменитый золотой век римской поэзии. Первый век до нашей эры. Давно дело было. И тем не менее мы помним это имя. И Данте его помнил. Хотя, казалось бы, поэт языческий. В Христа не верил. Понятно, почему. Почему? Потому что не пришел еще Христос. Правда? Да. Ну, Вергилий, честно говоря, мог бы теоретически его застать. Да. Но не случилось. Тем более Христос пришел проповедовать в Иудею, а Вергилий всю жизнь прожил в Риме, всегда был депрессивным. Он себе сидел дома и писал книгу о странствиях Энея, Энеиду. Почему это стало оправданием жизни римлян? Давайте подумаем, Энеида, кто такой Эней, может быть, вспомнится. Это единственный из рода Приама, кто смог бежать из строя, потому что их могла Афродита. Потом он приплыл в Африку, я забыла, как это называется. Да. На Кай, кажется. Потом дальше. Да, потом дальше он отправился на Апеннинский полуостров. Да. И от него уже... И, собственно, в будущую Италию, да? Да. Собственно, от него уже пошел род Рима. Да. То есть от Энея, по легенде, произошел сам род римлян. Эней при этом не кто-нибудь, а внук Афродиты. Это тоже хорошо, да? Правда? Да. Он сын Приама. То есть он троянец по происхождению, правда? Помните, война греков и троянцев. Эней троянец. Ему удается спастись, и он, заручившись благоволением, так сказать, бабушки своей, богини Афродит, он действительно бежит, он странствует, почище Одиссея еще, и потом в конце концов приплывает... Карфаген. Сначала Карфаген, да, конечно, да, а потом на Сицилию. А потом дальше он основывает первый город, итальянский, как бы римский, да? Поэтому Эней – это некий прародитель римлян. У него родится сын Юл. Почему Юл? Это тоже не случайно. Юл. Так, седьмой месяц года, как называется? Июль. Ну, думаете? Он родился седьмой месяц года? Нет, не поэтому. Наоборот.
Седьмой месяц года назван в честь Юлия. На самом деле Цезарь, да? Это род Юлиев. Я напомню, у римлян очень странно устроено. У нас с вами имя, отчество, фамилия, да? У них имя, родовое. У них получается, да, Публий, это, собственно, имя. Вергилий, это родовое имя, то есть как бы фамилия, да, когномен. И дальше прозвище. Ну, как скажем, давайте поэкспериментируем. Меня бы как звали по-римски? Ну, Владимир, да, понятно, имя, которое дано мне при рождении. Так, дальше. Дальше имя родовое. То есть как бы фамилия, да? Да. Владимир Спиранов. Согласен. Да. А дальше что-то вроде прозвища, которое менялось из рода в род. Ну, скажем, Владимир Спиранов Бородатый. Или Лысый. Да? Попробуйте, найдите еще какие-нибудь прозвища. Можете мне, можете себе, сами. Вот у римлян так действительно было устроено. Ничего страшного в этом нет. Скажем, Овидия тоже звали Публий. Публий Овидий Назон. Но вот Овидий под этим именем мы знаем. Горация под этим именем мы знаем. Хотя бы Квинт Гораций Флакк. Квинт – это, естественно, имя, данное при рождении. То есть он, скорее всего, был каким? Квинт. Пятым ребенком. Да? Да. У нас такие имена тоже есть. Кому интересно. Так вот, Вергилий сочиняет Энни и Иду. Я вас уверяю, не за другие произведения. Он много чего написал. Но вот за Энни и Иду, римляне, готовы его были на руках носить. Потому что наконец-то появилась у нас героическая поэма, оправдывающее существование самого римского народа. И Данте почему-то сопровождает по аду именно Вергилий. Почему так? Давайте говорить. Потому что вы же сами сказали, что ад попадали те, кто был как бы иноверцем. Так, ну конечно, Вергилий попал в ад, это понятно, да, в первый круг. Потому что он был, естественно, не крещен, он в Христа не верил, это понятно. Да? Да. И, соответственно, он где-то был внутри. Но он не просто попадает в ад. Там в аду есть и Платон, и Аристотель, и многие греческие герои, да? Да. Но он сопровождает Данте. Смотрите, Вергилий – поэт, и Данте – поэт. Вергилий говорил о странствиях, и Данте говорит о странствиях. Ну, есть еще одна маленькая черта. Есть одна странная эклога Вергилия. Эклога. В которой он считалось в Средневековье, предвещает явление Христа. Конечно, это, скорее всего, легенда. Вряд ли он что-нибудь предвещал. Но он пишет, дева младенца родит, и тот младенец будет счастлив, и привлечет на землю новое царство. Писал до рождения Христа, да? Конечно, средневековые люди это поняли как некое предзнаменование, правда? И Вергилия среди всех языческих поэтов, конечно, средневековые люди ценили, любили и переписывали гораздо больше, чем Платон, чем Овидия, чем даже Горация, чем тем более Анакреона. Правда? Как вы думаете, почему? Давайте, я вам все данные показал. Может, потому что церковь сказала, потому что любовь. Ну просто вот церковь взяла и сказала, да, ну на самом деле не забудьте, да, средневековые люди все-таки хранили все. Мы Аристотеля сейчас читаем, да, в оригинале, благодаря средневековым людям.
благодаря церкви, которая бережно и трепетно это сохранила. Она, может, считала, что это гадость, но она это хранила. Как, кстати, Анакреона и Катония. Ну, с Анакреоном понятно. Он писал о всяких развлечениях. И это в средние века вроде нехорошо, да? Так. Овидий. Он тоже как-то там наука любви. Нет, не надо про это считать. Мы это бережно сохраним, положим на полку, да? Гораций, конечно, искусство поэзии, оды, конечно, хорошо, конечно, надо немножечко переписывать, но немножечко. Вот Вергилий, он замечательный, его мы будем переписывать много и часто. И действительно, в средние века больше всего сохранилось списков именно этого автора, Публия Вергилия Морона. Чье имя мы помним до сих пор. И иногда бережно перечитываем Энеиду. Хотя, я вам скажу честно и по секрету, Энеида гораздо скучнее, скажем, Илиады или Одиссеи. Просто если ее взять и читать. Почему? Потому что, наверное, Вергилий трепетно относился к своему стиху. Он действительно каждый стих. А не помните, он писал в экзамене. Он каждый стих отделывал. Если ему слово какое-то не нравилось по каким-то причинам, он его выбрасывал, искал другое. То есть Энеида написана как бы мучительно. Вот все эти 15 тысяч стихов. Это втрое больше Онегина. Так на всякий случай, да? Вергилий написаны. Да. С мучениями. И тем не менее, написано не так, что римляне его, конечно, помнили, и что все средние века запомнили это имя. Куда мы возвратились от Терцины? У нас были Терцины. Вергилий Терцинами не писал, но за Терцинами писал Данте, помнится. Данте не случайно избирает проводником себе вот этого римского поэта. Ну, точнее, тень его. Потому что в аду, конечно, все тени. Вергилий его будет сопровождать по всему аду, через часть чистилища. Дальше он скажет.